И к другим темам. В Табасаранском районе прошел первый туристический форум. Гости из Сибири поделились своим опытом и провели бизнес-интенсив. Цель форума – формирование регионального туристического продукта, который будет соответствовать потребностям туристов из Сибири. В районе уже создана компания, которая будет решать организационные вопросы путешественников от покупки авиабилетов до бронирования жилья и формирования пакета туристических услуг. В рамках форума гости ознакомились с достопримечательностями Табасаранского района, пошли в поход, приняли участие в мастер-классе по танцу лезгинка и попробовали традиционные блюда.